Дети из Донецкой и Луганской республик посетили храм Рождества Христова. 110 ребят этим летом принял Краснодарский президентский кадетский корпус. И в рамках этого пребывания для детей была организована экскурсия в рождественский храм. Гостей встретил настоятель храма протоиерей Александр Игнатов. Я очень рад всех вас поприветствовать. Мне сказали, что у вас шел дождь, потом дождь пошел у нас, а когда вы приехали, дождь прекратился. Это хороший знак того, что Бог любит любящих Его. Отец Александр рассказал о истории строительства храма и провел ознакомительную экскурсию. В нижнем пределе поговорили об устройстве храма. Когда вы зайдете в любую церковь, ребята, запомните, вы всегда сможете определить, в честь какого события или каких святых освящен тот или иной храм. И о самом главном, о бессмертии души, ее спасении, о таинствах исповеди и причастия. Самое главное, самое дорогое и самое важное таинство всей нашей церкви. Если мы причащаемся святых Христовых таинств, мы соединяемся с самим Богом. Настоятель показал гостям копию Туринской плащаницы, величайшей святыни христианского мира. Редко кого оставляет равнодушным 4-метровый полотняный покров, на котором сохранились очертания лика и израненного страданиями тела Спасителя. И вот один из воинов копьем пробивает ему ядро, и оттуда истекает кровь и вода. В верхнем храме ребята увидели роспись. Поговорили о неизмеримой и безграничной любви Бога к человеку. Хотим вам передать то, чтобы вы укрепились прежде всего в вере духовной, чтобы приехали и ничего не боялись. Кто Бога боится, тот ничего не боится. Запомнили? А кто Бога не боится, тот всего боится. Затем вместе пропели молитву «Отче наш». Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. На территории храма гости посетили рождественский вертеп Вифлеем и ознакомились с купелью в честь иконы Божьей Матери Всецарица. В зале духовных бесед ребята посмотрели краткий фильм о истории храма Рождества Христова и видеосюжет о военно-патриотическом мероприятии на территории храма. Видно, что вам понравилось и в России, и у нас понравилось. Когда вы будете снова в Краснодаре, а я хочу как бы помолиться, чтобы Господь помог вам приехать, может быть, повзрослев, может быть, с родителями, а может, уже возмужав, и будете в Краснодаре, обязательно приезжайте в наш храм. Мы будем вам очень рады, тем более, что расскажете, что мы уже здесь были. И желаю вам, чтобы мир был на нашей земле, чтобы у вас получилось в жизни все то, что вы задумываете, и чтобы Господь помогал вам становиться крепче, лучше, добрее и духовно чище и богаче. Отец Александр на память о встрече подарил каждому участнику икону Христа Спасителя. Не болейте, родители, слушайте, Богу молитесь. Бог есть любовь, и Он любит всех нас. Спасибо. В завершении каждый получил сладкий подарок – мороженое. Здравствуйте, спасибо. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Дети Донбасса, которые живут под обстрелами и уже почти не помнят, что такое мирная жизнь. Живут и взрослеют на этой непрекращающейся войне. Но все же это дети. Простые и добрые, с открытым сердцем и чуткой душой. И когда через несколько дней ребята вернутся на родину, в их сердцах обязательно останется эта встреча с Богом в храме Рождества Христова.